Господь продлил нашу жизнь. И вот мы с утра помолились сейчас и занимаемся делом. Кто что, один молится, готовится к причастию. Василий вот у нас, он учится в медицинском университете, приехал из Греции. Василий Плотников, мама его Марина Куемчуди. Вот. Нам Господь дает великое благо, любовь. Вообще нет у меня никаких вопросов. Думали, трудно нам будет жить, потому что я рано встаю. И они все встают 4:40 всегда. Иногда будильник маленько не так поставишь, даже пораньше, 3:30. И вот сейчас я перебираю утреннюю почту, новые люди пришли сколько. Вот. Каждому надо ответить. Это я говорю про интернет. Я когда-то служил в морфлоте. Это сокращенно МФ. Морфлот. Ну а сейчас я все дела оставил свои. Я посчитал где-то 8 дел, как называют хобби. Любимые мои дела оставил. И занимаюсь только опять же МФ. Это молитва и форум. Я очень много выступал, печатался в периодике, в журналах, в газетах, политических, других там. Ну все с религиозной стороны. Я все это оставил. Нигде. Писал книги, оставил. Издавал книги, оставил полностью. У меня написано 3467 стихотворений. Я оставил написание стихотворения, стихов. Это не просто было. Даже еще некоторое время появлялись черновики, но я все это дело прятал. Это Господь позволил мне отстать от этого. Вел занятия в университете, может быть, 20 с лишним лет в разных университетах, школах. Это тоже недобровольно оставил. Регулярно почти выступал по радио. 3 радиопрограммы, которые я еженедельно вел. Одна была часовая в открытом прямом эфире. В прямом эфире часовая программа для молодежи. Тоже меня отсадили от этого. То есть со всех сторон, вот все как-то Бог сделал, так отошло от меня. И сейчас осталось одно — молитва. Что значит молитва? Разве раньше не молился? Молился, но вот так не было времени, занятость. А все высвоилось. Давид говорит, 118-й псалом, 164-й стих. Семикратно в день прославляю тебя. Псалмопевец, царь и пророк Давид говорит об этом, когда сам занят был многими государственными делами, говорит Иоанн Златоуст. Это означает, не менее 7 раз, как мусульмане становятся на свой намаз молиться, не считая утренней и вечерней молитвы. Ну и вот разовая молитва, что в нее входит? Это 3 святое, о Царю Небесный, да Отче наш, и 100 поклонов, по возможности поясных или земных, и таких вот, ну, образно сказать, заходов побудительных от 7 до 18 раз в день. Ну, а если считать утреннее вещание, то 20 раз. И получается от 1000 до 2000 поклонов. Это просто, ну, какое правило есть. Не то, что там это сказать открыто. Тут у нас на форуме есть такой раздел «Тема молитвы». Там все сказано, что означают поклоны, как правильно молиться. И вот утром мы помолились. Каждый день утром читаем на русском языке псалтырь, одну кафизму. Вот сейчас мы молимся еще и за новопредставленных. Дальше утреннее правило и 100 поклонов. И потом мы поминаем всех родных, близких, за правителей, за царей, начальствующих, за всех. И за родственников, умерших уже, за близких, за православных. Это вот какой у нас распорядок здесь. Вот на этих, где-то, тут я не знаю, вместе с кухней у меня, наверное, 18 квадратных метров. Вот мы сегодня 4 брата ночевали, и у нас места хватает. У меня комната разбита вот на 3 этажа, и видно как, ну, 3 плацкарты. И везде я так делал. Там жил я на 12 квадратах, на строительной. У меня до 11 человек ночевало близко к вокзалу, потому что жил, ко мне приходили. И никто на полу не лежал. Вот Бог так это делает. Люди другой раз строят, много расширяются. Ну, это и хорошо может быть, если бы они принимали людей, там были собрания, молились. А так это так улей-полигон, но ничего не дает там. Друг от друга прячется и все. У нас все вместе. И как-то так, что мы никому не мешаем. Вот. Если я начинаю свое делать, Василий тут сидит, свое дело делает, потому что он учится у него. И кроме того, он работает на работе, в университете учится, еще бежит и подрабатывает. Потому что семья у них 5 человек и трудности. Хотя и дядя сильно помогает, но и не мешает свои деньги иметь, за что рассчитываться. Я вот тут торчу здесь, у меня даже котик, вот она непрерывно смотрит, когда я занимаюсь здесь.
Головы даже, кажется, не повернет. Это она следит за курсором, правильно я ставлю его или нет. А вот у Володи Пащенко, возьми у него, покажи его. Он ведет съемку. Он как бы хозяин во всех этих съемок. Он приехал с Урала, работник в лагере и теперь воспитатель в лагере. Вот. Нам как-то Бог дает все, так что у нас все есть. И это все означает в достатке, что мы Бога благодарим, не нарушая нигде уставов православной церкви. Посты соблюдая, утреннее вечернее правило, сейчас готовимся, кто-то к причастию, остальные на богослужение, потом будет собрание, и потом мы там уже покажем, как проходит у нас собрание. Давай иди топи сейчас печь там, пока наш комендант-эконом придет, Михаил Коряковцев, чтобы тепло было детям, а то было позавчера прохладно, все на работе, и топить было некому, а топим-то сами мы. И температура была 10 градусов, и для ребятишек холодновато. А так обычно это 18-20 градусов можно топить. Дом-то старый, это дали мне, что я 11 лет вел суд после реабилитации, то, что у меня отняли. И вот государство дало мне эти два домика и 13 соток здесь земли. Мы благодарны Богу. Вот сейчас смотрю, кто заходил и кто заходил ко мне. Я на всех посылаю вот такое объявление наше. Заходите на наш сайт www.kistine1narod.ru и на наш форум. Вот. Я могу его сделать больше по размеру, сейчас чуть-чуть выделю, чтобы можно было прочитать. Вот, 24. И люди, которые приходят, они находят для себя большое сокровище. Вот оно где. Где можно быстро зарегистрироваться и быть полноправным участником. Это не простой сайт, а благовестие. Значит, благословил Бог. Марка 16:15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. И Деяния 8:4. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Но он сказал им в ответ, Лука 19:40. Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни его запьют. 1 Фессалоникийцам 1:8. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Вот. Ну, чтобы это показать, что это слово Божие, мы его всегда выделяем вот другим светом, как это выглядит. Вот оно как. Чтобы... Ну, я увеличил специально для того, чтобы снять можно. Кроме того, благословили наш правящий архиерей и мой родной брат, благочин Алтайского края, протоиерей отец Аким Лапкин. Нашим сайтом-сокровищем пользуются в монастырях, архиереи по всему миру и батюшки. Если вы оценили его, то не могли ли бы помочь, чтобы и другие могли знать о нем и бесплатно насыщаться и утолить духовный свой голод. Мы строим с нуля православную деревню. На сайте есть начитанная мной полная Библия, 12 томов святого Иоанна Златоуста, 12 книг жития святых, 5 книг добротолюбия, 4 книги отца Григория Диченко, Иоанн Кронштадтский, Игнатий Брянчанинов, Ефрем Серин, книга правил, духовный цветник, архипелаг ГУЛАГ, масонство, поэзия, проповеди и другое. Здесь же 38 изданных нами книги, госфильмы с нашим участием и многое другое душеполезное. Наш правящий архиерей, епископ Евтихий Курочкин, ныне Домодедовский, викарий патриарха Кирилла, а я чтец Крестовоздвиженской общины. Наш сайт содержит 4278 ответов на различные вопросы, 3137 стихотворений Лапкина и 1303 проповеди, произнесенные ИТ в храмах во время богослужения. 123 занятия на разные темы, более 1000 фотографий, но сегодня более 2000. Сообщите всем, кому можете, о нашем сайте сокровище. К истине один народ.ру. Вот, ну, чтобы люди знали, то некоторые даже и не знают про это. Иисус Христос говорит ко всем через Святую Библию. Откровение 3:20. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Дальше. Вот наш сайт во свете Библии, наш форум во свете Библии, живой журнал, это у нас. Зайдите сюда, «Алтайская песнь». И сюда. Это о нас, другие сайты, что печатают. О нашей деревне, о лагере Стане и об Игле. И вот это я посылаю на каждого, кто заходит, ну, к нам в гости, на нашу страницу.
Ну и вот такие помощники появляются, новые люди приходят. Вот Михаил Кальмаев молится там на кухне, он готовится к причастию, он в Темиртау. Ему попали в руки наши записи, еще когда было это на катушках, записи святых отцов, беседы. И потом он с нами созвонился, нынче принял крещение, и вот приехал сюда, чтобы причаститься. Это, ну, наш, скажем так, труд. Труд пред Господом. Эй, Белая, ты меня закрываешь. Ну-ка, давай сюда. Ой, вот он мой какой пушистик. Вот какая красота. Как можно кошек-то не любить? Смотри, какая она, как она смотрит внимательно. Она моя молоденькая, ей 4 месяца всего только. Это от моей кошечки. А и мышатники, они мышей ловят. У меня голубятни, фактически 3 голубятни. Здесь одна и 2 в деревне. И кошки там мышек подбирают. Ну вот так. Продолжаем дальше. Я отвлекся, пока не успеваю. Все. Начинаю сейчас последним людям отвечать. Вот так. По милости Господней время Бог дал.